Крымская столица полвека назад. Увидеть прежний облик Симферополя таким нам помог Леонид Юрчишко. Вот уже больше 60 лет в объективе мастера «Городская среда и быт горожан». Вот представляете, фотокорреспондент. Нет, пожалуй, все-таки вертикально. Для семьи Юрчишко фотография была главным увлечением. Осваивать это искусство Леонид начал еще в детстве. Свои первые снимки делал под чутким руководством родителей. Некоторые кадры, наверное, и мог сделать в те годы только я. Представляете, что такое сфотографировать поезд на железной дороге? Ой, так интересно, вы знаете, паровоз, вот поедет, вот как-то вырастут, может быть, машинистом стану. Леонид Юрчишко помнит каждый свой кадр, а их в жизни было десятки тысяч. Вспоминает первые работы, как первую любовь. Первым снимком, который опубликован был в газете, явился вот этот снимок. Он был опубликован сразу в трех газетах. Эта фотография в газетах положила начало карьеры. Его работы – очерки о советском времени. Мастер будто заглядывает во все сферы жизни. Здесь заводы, школьные учреждения, больницы, проводы в армию и даже иностранная делегация из Японии в Артеке. На этот аппарат «Зенит» было сделано 50 тысяч снимков. И это не просто фотографии, а настоящие подлинные исторические документы. Мы можем увидеть, как изменился облик города. Например, так выглядел аэропорт. Это улица Лермонтова. А это площадь Ленина. Все негативы мастер бережно хранит в своем архиве, благодаря которым мы можем совершить путешествие в прошлое. Кто-нибудь знает село Луговое? Даже не узнаешь, что вот этого места, этот Малый Салгир, в сторону Чукурчи. Да, а это вот как тема была, советские обряды. Вот, пожалуйста, 50 лет семейной жизни. Это сейчас фотокамера есть практически у каждого. Чтобы запечатлеть момент, много усилий прикладывать не нужно. Любой кадр можно сразу посмотреть и переснять. Или откорректировать в фоторедакторе. Но 50 лет назад все было совершенно по-другому. Как тяжело было с ним работать. Для того, чтобы снимок был резкий, надо было на глаз определить расстояние. Если ошибешься, будет снимок нерезкий. Кто-нибудь думает сейчас, что любой мобильник и так далее фотографируешь, об этом не думаешь. В свои 72 года фотограф продолжает работать. Новое поколение создало современную технику, которую мастер освоил и полюбил. Сегодня во многих крымских краеведческих изданиях мы можем встретить новые работы Леонида Юрчишко. Возможно, через десятки лет они тоже станут историческими документами. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.